Добрый день, ветровки сток разных брендов, очень маленький лот, но при этом он классный. Вот смотрите, Джессика от C&A, 38 размер, то есть тоненькая-тоненькая ветровка на замке. У нее есть подклад, но по сути, вот посмотрите, она какая тонкая. Так, вот прикольная ветровка женская в стиле милитари, такая, знаете, как это, стройотрядовская штучка. При этом, посмотрите, у нее есть утеплитель, то это не просто ХБ, а она еще и с утеплителем флис внутри. То есть это может быть на вечер, ну, допустим, на Урале. Ну, классная. New Look Англия. Многие были в упаковке, я сняла. Каждая имеет этикетку. Так, это у нас от Канды C&A ветровка. У нее есть подклад. Но нет синтепона, это вот просто ветровка женская в виде парки, 42 размер. Капюшон не отстегивается. Классическая мужская ветровка, размер S-ка или M-ка. У нее есть подклад и замочек. Смотрите, вот. Она вот такая, есть кармашки. Просто классика, что тоже иногда нужно. Вот эта ветровка мужская. Она уже молодежная, у нее размер L-ка или XL, замок, при этом подклад у нее ХБ, внизу такой, это Генуя, вот такая вот, а вверх ХБшка, хорошая ветровка. Ну, тренд сезона джинсовка, 2XL от Канды, женский вариант. Без, ну, как бы вообще у нее нет ничего, но с другой стороны есть только красивая декоративная шнуровка внизу, но с другой стороны много вариантов для, скажем так, для фантазии. Можно шар, значки, можно сделать наклейку, еще что-нибудь. Вот такая спортивная ветровка женская от Aldi, размер 42-44. Она только на пуговицах, у нее нет замка, немножко она, видите, двубортная получается, и подклад у нее хбшная ткань, то есть в ней будет очень приятно. 42-44, капюшон не отстегивается. Хбшный тренч с красивым подкладом и красивыми пуговицами, только вот они не отстегиваются из-за того, что у них фигурная, смотрите, фигурная форма, смотрите, какой красивый подклад. Это английская фирма Forever London, размер 14, кармашки, сзади выглядит вот так, то есть сзади у него складки, интересный. Две ветровки классического образца L-ка и XL. Я могу одну открыть, чтобы посмотреть, как они выглядят. У них абсолютно нет подклада. То есть, другими словами, это как вот как пыльник. Видите? То есть даже подклада нет. Но с другой стороны, здесь вот плотный трикотаж и на резинке также, и на вороте. То это нормальный летний вариант, причем модель хорошая. Дальше идет спортивная куртка на, для занятий спортом, либо тех, кто любит спортивный стиль. У нее только сетка, видите? Все, больше нет. А размер это M. Капюшон не отстегивается. И венчает коллекцию. На мой взгляд, самая модная и продаваемая штука, это прямо тренд. Это размер M, это New Look. Мужская куртка из кожзама с подкладом, но без синтепона. Вот такой небольшой лот ветровок. Вся информация под видео.